В общем, процедура паскудная, конечно. Я таким не занимаюсь. В общем, есть вот такие. Есть то же самое. Вот так. Там бас обыкновенный я для примера. Это в общем, в чем суть? Сейчас прослушаю. Тут на один. То есть на одну бочку вот компрессор, про который я говорил. Регулировать здесь самому надо. Ну, не важно, какой можно компрессор взять, который в FL или чем ты пишешь, там должен быть свой компрессор. Не обязательно какой-то там супер-пупер. Ну, здесь регулируешь сколько тебе. Я все самое простое взял. Перебор. Это для бочки. Надо подстраивать. Вот еще один.
братья здесь тоже надо все это дело регулировать. Понятно, да? Вот таким образом. Вот так. То есть все подстраивать здесь можно вручную, тягать. Насколько тебе надо. Но без компрессии ничего не получится. Будет бред. Все это надо сделать. Сейчас я то есть ой, сейчас я извиняюсь. Вот эту вещь повесить надо. Вот, ну желательно где-то на первый, на мастер, но на второй можно. Но сглаживает. Thank you.
более взял простые. Такая установка. VST. То есть плагин. Есть еще такие барабаны. Вот можно ради интереса взять, так сделать, и отсюда взять, скопировать сюда, а те отключить. Сейчас. Момент. А те отключить и послушать, как оно будет звучать. Вот эти кик отключить, а здесь вставить. Так для фона взял. Ну, короче, все.
каждый инструмент надо навешивать обязательно. Я показал. Главное, компрессор. Любой, какой есть. Не обязательно, я же сказал, не обязательно какой-то супер-пупер. Ну, ревербератор это